Завтрак в отправлении. Это здорово. Завтрак под пулями – это великолепно. Отлично. Приключения продолжаются. Отличные мысли, Атос. Я хочу выпить это вино на ваше здоровье, Д'Артаньян. Нет. Вы хотели поднять бокал за что-то другое. Простите, что я перебиваю вас, дорогой Атос, но я вижу еще один отряд. Сколько человек? Человек 200. За сколько шагов? Шагов за 300. 300, очень хорошо. А, что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос? Да-да-да. Я хочу поднять этот бокал за то, что нас ждет впереди. Ну а что нас ждет впереди? А вот что. Война эта рано или поздно окончится. И я вижу наперед все, что ожидает каждого из нас. Арамис покинет этот суетный мир, станет аббатом. О, да, сударь. Мир — это склеп. Да-да-да. Артос вернется домой, женится. Она будет давать ему деньги по воскресеньям. И родит ему, между прочим, 14 детей. Таких маленьких, кругленьких, обаятельных, Портос, не пью. Естественно. Д'Артаньян? Д'Артаньян станет маршалом, конечно. Идет на пенсию, до этого совершив немало подвигов. Почему бы нет? Новый, дорогой Атос! А я поселюсь в каком-нибудь маленьком, одиноком домике в Рошельоне. Так что? Значит, больше мы никогда не встретимся вместе? Встретимся, друзья мои. Обязательно встретимся. Когда же? 20 лет спустя. А может быть, 10? Или через 3-4 столетия? Прошу прощения, друзья мои, но я вижу еще один отряд. Сколько человек? Человек 800. За сколько шагов? Шагов за 30, сюда. А сколько у нас мушкетов? 4. А сколько шпаг? 4. А сколько нас, Атос? Я. Портос. Я. Арамис. Я. И Д'Артаньян, один за всех, и все за одного! Когда твой друг храни, Алагерком, Алагерком, когда твой друг храни, утрядом до конца.